А в Павлодаре прошла акция «Ночь в музее». Ее провели в одном из городских трамваев. Местные артисты показали горожанам театральную постановку, пели песни и играли кюи. Звучали также слова назидания Абая. Причем зрители, они же пассажиры, ехали в трамвае бесплатно. Международный день музеев мы не должны отмечать только в четырех стенах. А у нас есть свой проект «Трамвай-музей». Если во многих городах отмечается «Ночь в музее», а мы отмечаем «Ночь в трамвае». Это уникальный проект, это нигде его нету. И вот так вот, когда на улице ночь, звезды горят, а мы в трамвай-музее поем песни. Конечно же, у меня поднялось настроение. Хотелось бы поздравить всех музейщиков с этим праздником. Они организовали нам прекрасный праздник.